На твой взгляд, почему Россия не может оспаривать мировое господство США умом, а не воинами и насилием? Россия отстала в развитии. Как считаете, нападет ли Путин на Казахстан для компенсации неудач в Украине? Слушайте, я не могу предсказывать, нападет он или нет, но я убежден. Тумсо, ты можешь подтвердить достоверность хадиса? Я даже дальше читать этот вопрос не буду, твой, потому что я, Тумсо, не мухаддис, чтобы подтверждать достоверность хадисов. Этот вопрос сам по себе звучит очень абсурдно. Тумсо, ты можешь подтвердить достоверность хадисов? Я что, шейх Албани, что ли? Как я могу подтвердить достоверность какого-то хадиса? Конечно, нет. Если кому-то интересуют вопросы священных текстов, это надо на религиозных площадках, это надо смотреть, изучать труды ученых. Ну что, после освобождения Кавказа на каком языке будем общаться между собой? Я предлагаю забыть русский язык. Ну давай на английский перейдем тогда. На самый популярный в мире. Ну что, брат, а зачем английский, когда наши языки древние? Это я просто на скидку сказал. Ну просто английский язык сегодня самый такой популярный, как международный язык в этом мире. Я поэтому говорю. Я не знаю, какой еще язык. Либо нужно использовать то, что будет нам полезно. Что будет для нас полезно? Какой-то один кавказский язык выбрать, это будет, в чем будет польза, если кроме как на Кавказе никто на нем больше не говорит. Нужно выбирать какой-то язык международный, который нам понадобится. И это какие-то будут языки? Конечно, либо английский, либо арабский, либо китайский. Надо какой-то из них выбирать. Мне кажется, самый, по-моему, актуальный сегодня в мире это все-таки английский. Ты говоришь по-английски? К сожалению, нет. Скорее нет, чем да. Конечно, я там как-то с горем пополам могу изъясняться. И мой английский сейчас, он, конечно, на порядок лучше, чем он был 5 лет назад. Но нельзя меня назвать человеком, владеющим английским языком. То есть свободно разговаривать на английском я, к сожалению, не могу. Не то, что говорить. Я даже понимать пока еще не могу. Вот сейчас кто-нибудь на английском начнет мне быстро что-то говорить, я все, в какой-то момент я теряю нить. Мне нужно, чтобы медленно человек так аккуратно объяснялся. Тогда я могу понять. Томсо, ты не считаешь, что эти историки, так называемые от каждого народа Северного Кавказа, больше вносят смуту, нежели чем пользу? Ну, наверное, смотря какие историки, мы не можем всех историков взять и так и списать. Наверное, есть и такие, о которых ты говоришь. И может кто-то из них будет реально историком, но вносящим какую-то смуту. Но большинство из них будут какими-то псевдоисториками, с этими сторонниками альтернативной истории там, и так далее. Так в целом история и историки, ну это нужные люди. Историю нужно изучать, если нам историки не будут. Если мы не будем иметь возможность изучать их труды, то мы с вами, откуда мы с вами будем брать историю? Надо просто это все анализировать, не уходить в какие-то крайности, ни в одну сторону, ни в другую, а сохранять здравый смысл. Как вы считаете, Грозный после становления независимой Ичкерии стоит переименовывать, либо вернуть историческое название? У нас в Конституции Грозный и так переименован, и наш город, наша столица называется Джохар, в честь первого президента независимой Чечни, Джохара Утая. Поэтому это название, безусловно, оно и будет, если его наш народ не захочет изменить. Но каких-то предпосылок для этого нет. При этом Грозный, это название города как Грозный, оно тоже в любом случае оно существует. Для нас, родившихся в этом городе, выросших, он все равно, конечно же, будет Грозным. Но если после деоккупации во всех документах и так далее везде будет прописано Джохар, то со временем, конечно, люди уже забудут название Грозный, и город будет называться Джохаром. На твой взгляд, почему Россия не может оспаривать мировое господство США умом, а не воинами и насилием? Россия отстала в развитии. Пошли не по тому пути, в какой-то момент они свернули и далее все уже вырулить не смогли. Поэтому приходится соперничать не в прогрессе, не в технологиях,
в каких-то скрепах, в каком-то великом прошлом, там, придумывать какие-то вещи. Да, просто в какой-то момент они пошли не по тому пути. У России на самом деле был потенциал на то, чтобы быть реально мощной страной, привлекательной для иностранного капитала, страной, в которой были бы технологии, был бы научный прогресс и так далее. У них была эта возможность. Для этого нужно было оставить всякую империалистическую ересь, попытки возврата совка, вот это все оставить, а вместо этого пытаться создать условия для ученых, поднимать образование, медицину, то есть делать все внутри страны, а не воровать внутри и там перед, значит, мировым сообществом ядерной мускулатурой щеголять. Вот здесь и произошло. В какой именно момент это произошло, вот сейчас сказать, что в таком-то году, я не знаю. Но очевидно, что это еще со времен совка это началось. Где-то они пошли не в том направлении. В том, что об ошибках россиян и о их неправильных скрепах ты мастак говорить. Неужели у суперчеченцев не бывает ошибок, и ваши скрепы самые чистые и непорочные? Да нет, Михаил, к сожалению, мы не лишены ошибок, и у нас их полно. И как если мы будем говорить про наши ошибки, а мы часто, кстати, о них говорим, то ты удивишься, насколько их у нас много. К сожалению, никто не лишен. Просто вопрос был про Россию, я ответил. А так, Россия нас, чеченцев, интересует исключительно как страна-оккупант. То есть, если вот этот вопрос между нами решить, вы уходите, оставляете нас в покое, то дальше ни ваши скрепы, ни ваши проблемы, ну только в случае какого-то, ну в контексте какого-то добрососедского совета, может быть, там, если мы чем-то можем помочь, да с удовольствием поможем. Но так, чтобы там копаться, это ну, неинтересно нам, поймите, этот мир, он не крутится ни вокруг вас, ни вокруг нас. У каждого из нас есть полно собственных проблем. И вот плохо то, что именно в России это, к сожалению, не понимают. Круглосуточно по российскому ТВ рассказывают о проблемах кого угодно. США, Европа, и тут все загнивает, все уже вот-вот погибнут. Но о внутренних проблемах, реальных проблемах России никто не говорит. Мы, кстати, вот в отличие от российских пропагандистов, мы как раз-таки не хотим повторять этих ошибок. Я поэтому создал отдельный канал на чеченском языке, где хочу говорить именно о внутренних наших проблемах и о внутренней политике, и о каких-то вопросах, которые нас волнуют, которые необходимо решать, даже если они не касаются политики, а может быть это какая-то социальная сфера и так далее. Я как раз хочу над этим работать. Как считаете, нападет ли Путин на Казахстан для компенсации неудач в Украине? Слушайте, я не могу предсказывать, нападет он или нет, но я убежден в том, что Такаеву он не простит. Эти слова, сказанные Такаеву. И в Казахстане сейчас наверняка уже какие-то российские, как их там называют, аналитики, там всякие ФСБшные, ГРУшные там, и прочие, уже начали работу, план. И вот гибридная такая война, она уже начнется. Всякие сейчас ячейки по дестабилизации Казахстана будут активированы. И ну, я уверен, что Путин очень сильно разозлен на Такаева за то, что он так в свет перед ним прям высказал свою позицию. انتظريني يا قدس انتظريني سأزيل سدودا